Рисую, заканчиваю новую коллекцию. Сейчас покажу. Вот мои магниты. Сижу, рисую. Так. Так, это еще не готово. То вот эти вот рисую. Коллекции. И вот эти еще не готовы. Вот. Вот у меня рабочий стол, вот мои контуры. Вот, вот так это все выглядит, когда я работаю. Рисую все время много картин за один раз. Ну, я всегда так работаю. Когда маленькие форматы, то сразу много. Когда большая картина, конечно, над одной только работаю. Сейчас показать вам их не смогу, потому что, ну, они потому что сохнут еще. Вот эти сейчас буду дорисовывать. Сейчас. Чтобы не испачкать другие. Ну, я сейчас передохну слегонца. Вот посмотрим, какой вид в этот раз. Вот так вот. Вот такая вот красота. После этой масочки, когда долго рисуешь. Ну вот я сейчас час, один час рисовала. Когда один час рисуешь, то... Так что... Да, уже надавило, уже надо чуть-чуть передохнуть, это неприятное ощущение. Так, что хотела сказать. Сколько я картин за один раз рисовала. В этот раз сейчас посмотрим. Так, это вот эти готовые. 1, 2, 3, 4. Я вот в том видео показывала. 5, 6, 7. Нет, это не готовое. Так, это сейчас будем... Сейчас я еще раз проверю. Это готовая картина. Лев. Сразу сейчас уберу. Тоже готова собака. Так вот, это не готовая. Это кошка готовая. Так, котенок. Тоже готовая. Лев. Тоже готовая. Так, котенок. А, нет, это кошка была. Вот еще котенок. Тоже готовая. Это мне потом нужно будет фотографировать, но не сейчас. Сейчас мне нужно те дорисовывать. Потом у меня еще сейчас заказ пришел, надо закончить. Так, это тоже готовая. Орел. Вот еще. Орел. Тоже готовая. Вот. Овчарка, собака тоже готовая. Тоже лев. Тоже готовая. Так, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Так, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А где 31? Значит, я что-то ошиблась, или я одну убрала? Так, что считаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Нет, 30. Одну я убрала, она там, действительно, там стекло было порезано. А, так вот, передо мной еще одна лежит. 31. Так, еще раз считаем. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. А, нет, я ее посчитала. Все, все правильно. 30 картин. 30. Вот эти маленькие размеры. Потом кругленькие будут. Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук. 35. И магниты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 41 картина. Вот сейчас я 41 картину рисую в течение... Ну, вы видели, да? Я постоянно показываю, как я их рисую. И вот так поэтапно рисую картины. Потом они будут сохнуть.
И потом буду фотографировать все это, фотографировать, видео делать. Очень много работы. И потом вы увидите эти картины в моем магазине в Etsy. Там уже есть картины, но вот уже давно не было вот этих кругленьких форматов. Вот эти. Она еще не готова, эта картина. Это еще мне нужно будет корректировку. Хотя уже и так красиво, но я еще делаю еще красивее потом. Потом вот эти магниты. Можно вот так уже. Это не готово, они сейчас сохнут от дерева. Потом вот дерево. Вот дерево. Видите мои руки? Руки гитаристки. Видно, да? Мозоли. Это у всех гитаристов, кто на гитаре много играет. Вот такие вот твердые, твердые мозоли за много-много лет игры. Вот твердые. Потом не больно играть. Когда много лет играешь, вот такие вырабатываются мозоли, что потом не трудно, не больно на струны нажимать. Так, вот еще. Так, вот другая картина. И вот еще одна. Вот эти закончены. Видите, какая красота. Вон, солнце падает, и такой красивый свет. Это магниты. Так. Ну все. А потом буду доставать другую упаковку. И там у меня другие, вообще совершенно другая работа. Сейчас эти буду заканчивать. Сейчас немного у меня тут кровь немного дойдет. Это уже неприятное ощущение. Мне надо другую маску. У меня вот была хорошая маска. Я потом ее куда-то засунул. Несколько у меня масок даже хороших было. Мне надо опять ее купить, потому что эта маска, она что-то слишком неприятно. Я не могу дольше часа. Ладно. Все, вы все поняли. Вот так это все выглядит. Вот так я работаю над своими картинами. Сейчас продолжу дальше. Сейчас эти уберу и продолжу дальше. Давайте, всего хорошего.